по-моему, мальчик. Хороший. А нет, девочка, это девочка. А я говорю, девочка, да. Хорошая девочка она. Умница. Голодная. Пришла, хотела стащить из рюкзака у меня там грецкие орехи. А я уговорил ее кедровых поесть. Вдруг понравится мне. Понравился, да, нормально. Сойдет для сельской местности. Хорошая, Бер. Хорошая, какая ты хорошая, а? Какая ты хорошая. Злодейка. Скамейка мокрая, дождь идет. Сесть невозможно. На корточках я долго не просижу. А это пришла балерина. Балерина пришла. Орешки, я говорю, орешек возьму. И побегу, говорит. А ты чего? А, собак. Вот я про эту собаку говорил. Она ходит очень мягко. Без намордника, без поводка, без всего. Напугала мне белок. Она чуть не поймала ушастика. Подошла к нему буквально в упор. Ушастик что-то там ковырялся в траве. Что-то там искал, не слышал. Она очень мягко ходит. На полусогнутых. Вон хозяин ее идет. И она бежит не к белкам, она бежит ко мне. Она знает, что рядом со мной белки. Вот побежала, да. Молодец какая. Эй, ко мне!